Приветствуем вас на первой ежегодной игре «Самокат», организованной журналом «Эксклюзив Скутер Мэг» при поддержке «Тип Скутер Шоп» и «Скиллз». Сегодня в игре до 7 очков, именно такого количества двух слоев «Самокат», сойдут Тупкало Кирилл и Даня Егоров. Расскажу вам о правилах. Запрещены балансы на одном из ваших колес, будь то Manual, Handpipe или Tap. Запрещено скольжение и использование перв. Трюки в отличный от родной стоек и трюки в охоту. Желательно не более двух трюков в дорожке с фейки и не выполнять одни и те же трюки на разных фигурах. Пока что мы будем играть без рейлов и флипов. За каждый криво исполненный трюк у вас будет еще одна дополнительная попытка. На последнюю букву вам дается изначально две. Итак, скинемся. Молодцы. Я гадаю, хил на фингер, на флай. Таркап в горле. Я гадаю, антиклис на хил, на флай. Баба с драйвера на подкате. Брайт Поттер. Я загадаю бартрист Грэб Дро. Амбрелла на хиклис из большого хвата в маленький. Трех лет на барную стойку. Бартрис на бар, большого хвата в маленький. Поворот на бар. Я когда вип на киклис на флай. Браник. Вип на хил на вип из большого квадра в маленький. Бар на ухо, на бар в квадре. Я гадаю бар на хэндплэнт в квадре. Трех позиций на ворота. Я гадаю вип хил вип из большого квадра в маленький. В этой 1/8 финала победу одержал Кирилл Тупкало.